Всем доброе утро! Завтракаем, как говорится, миска у нас оливье, манты со вчерашнего дня остались. Ну, еще у нас к обеду будет манты, так что еще есть юшка. Мой фирменный соус, индийский соус. Вот, и вот кобра. Вот, а это вот варенье грушевое на десерт, как говорится, сама приготовила. Такой божественный у нас хлеб. Очень вкусно свежий. Вот, вчера я была в магазине и купила вот конфетки. В магазине была в Рахате. Вот, пакет Рахат. Так, вот, здесь я купила вот буревестник 200 грамм, достык 200 грамм. Вот. Так, вечер, вот как вы видите, и ласточка, и еще килограмм вот такого вот печенья, очень вкусно. Вот. Очень вкусно. Так, достойки не пробовала, хочу попробовать и показать, что там внутри. Вот начинка. Начинка, ну-ка попробуй. Он такой шоколадный, сливочный, но очень вкусный. Так, вот так. Кто не знает, хочу сказать, что достык переводится дружба. Рахат. Вот. Рахат называется, переводится, вернее, нежность красивая. Сладкий. Сладкий. Манты сейчас будем есть. Такого. Таким вот у нас макароны отварим. Вот. Такие вот темные. Здесь 15 минут готовится. А спагетти. Вот. Трубные. Вот такие вот. Уже сейчас варятся. Мы закинули. Я потом буду еще комментировать. Рожки с отрубями. Рожки с отрубами. Идем по улице Фурманова, не маши камеру. А я потом буду это, как его, голос. Это понятно. Камера-то махать не надо. Ладно, один. Решили пройтиться. Посреди зимы. Вот такой киоск. Черные макароны понравились очень. Да? Да. Может быть, я еще не поняла вкус, но не знаю, что-то я как-то. Ой, какая красота. Да? Да. Красиво. Еще раз.
Угу.